Ну а перед началом сегодняшнего летсплея я хочу вам порекомендовать канал Смерти, который ник Смерти 111. На этом канале выходят летсплеи по нашим любимым играм, то есть Танки Онлайн, Акинатор, Five Nights at Freddy's, Shadow Fight 2, World of Tanks, в общем, очень классный канал. Если тебя заинтересовал канал, то подписывайся, нажав на ссылку, а ссылка в описании. А теперь, почему бы и не перейти к моему летсплею, а? Здравствуйте, друзья, гости, подписчики моего канала. С вами на данный смерть, поздоровайся. Всем привет. Сегодня мы решили с вами играть такую битву, какая песочница с ETF, а именно ХРВР на младших звонках. Ну что ж, давай уже начнем. Ага. Где-то... Эй, без нары. То есть, нет, дроп, я собрал дроп. А, ну я тогда тоже. Ой, ёлки-палки. Чёрт, тоже скосил. Меня задолбал, окей. Ну да, что хотелось сегодня обсудить, какую тему? Ну, сначала то, что как стать летсплейщиком. Меня многие этому спросили. Попал? Да. Честно, так круто попал я, о. Это уже стоит лайка, мои друзья, так... С М нолем так попасть, ну да, ты уже на фул нарке, да? Ну окей, меня очень многие спросили, как стать летсплейщиком, и можно сказать, один из них смерть, да? Да. Очень заинтересовал этот вопрос, сказал, что... А ты что, ты на ДДшке? Нет, я уже без ДДшки, без ничего. Тогда как ты меня убил? А у меня когда кончалось, я тебя стрельнул. Ах ты ж, блин. Черт, мы скосили. Ой-ой. Блин, да. я тебя боюсь уже. Ну да-да-да, иди сюда. Окей, нет. Опа, на. Ай, щит. А ты в минус, спасибо. Да ладно, убивай. Нет. Это финты ХРВР. Я не убью тебя. Почему убивать друзей, а? Вот это я не понимаю. Почему убивать друзей? Пусть сам для себя полежит немножечко там. Ну да, сейчас аптечку надо взять. Ну да, как стать летсплейщиком? Я уже несколько видео снял, как можно монтировать эти видосики. Очень красиво, кстати, я попал. И тоже неплохо. Ну па! Ох ты ж, блин, нифига себе. Ну да, с лагами я все-таки хорошо справился с этим. Ну конечно, ну, да. Ты лагерь-чит. Ну да, я лагер. Опа-на, и сейчас убиваем. Окей, молодец. Ну да, что хотела сегодня обсудить. Ну, скажем так, я снял много видео почти об этих монтажов, там, из-за как использовать фримейк, там, всякое другое. И меня все-таки есть люди, которые спрашивают об этом. Ну, что ж, мои друзья, как я могу вам еще помочь? Я вот это не понимаю. Несколькие люди, которые подписаны на мой канал, хотят от меня много пиар. Каждый раз пишут в комментариях, делай мне пиар. Я уже надоел. То есть, надоели они мне. Я больше не могу. Так, если вы хотите пиар, то как я взглянул на своих... Ой, то есть, не своих, а... В комментариях самурая, кстати, ему огромный приветик сейчас. Приветик, сказал... самурай, я твой подписчик. Да, смерть тоже твой подписчик. Ну да. И да, именно это происходило с смертью. Помнишь, когда ты написал, сделаешь мне пиар, он так написал. Ага. Если ты комментируешь, то это уже пиар для тебя. Окей, опа-на. Блин, а чё ты? И да. Иди сюда. Блин, черт. Опа-на. Нет. А вот туточки я все-таки сделал красоту. Попал? О, я даже какое-то задание выполнил. Опали. Ась. Ну. Попробуешь попасть? Попробовать, да? И с одним выстрелом. Ну да, он написал, самурай написал. Если ты напишешь комментарии под этим видео, то есть на все видео, которые я выложу,
то будут, конечно, люди, которые посмотрят, будут смотреть твой комментарий и увидят, что ты все время такой любитель летсплеев или там, не знаю, всяких видосиков, любишь комментировать, они бы тоже захотели подписаться на твой канал. Такой маленький пиар будет, наверное. И, кстати, мне тоже эта идея понравилась. Вот, привет. Потерял флаг, как это я потерял флаг? Туда нажал. Да как это ты? Я у меня залагал, я не нажал даже на... Ах ты ж крыса. Ну да, повезло. А мы заходим вот тут, да. Неплохая заданка. Ну да. И про то, что мы... Когда у меня на канале будет уже 500 подписанов, тогда я, наверное, сделаю такой видос, как там... Нет, не возьми эту... Да нет, давай без аптеки. Окей, я красавец, да? Оп! Нет. Ах ты ж! С одним выстрелом. Ну да, молодец. Ну да, что еще хотел сказать о том, что пиарить. Я думаю, когда у меня на канале будет 500 подписчиков или уже больше, тогда я уже на... Оу, что красиво я, да, убил? Ну зато в ДДшку ты не возьмешь. Не взял. Не возьмешь. Да, я не взял эту ДДшку. Да, ДДшку. Правильно сказал. Ах ты ж. Ну, ёлки-палки. А представляешь, представляешь, на дуэльке сразу голд? Оу, на таких маленьких звонках, я думаю, что голда не будет. Сегодня. Опа-на! Не! Крыса! Папа! Не, ну я просто умею играть. Ну да, ты у нас мастер-класс. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. О! О! Ау! Вот это поворот! Прикольно. Ну да, уже 3-2. Проигрываю я. Чит! Ты чит! Нет! Не папа! Попал. Ну да, попробую тут что-нибудь сделать. О, она, и нажимаем на дели. Все-таки я не успел. Даже нажать на дели. Ну да, ты хорошо, неплохо играешь. Скажу честно. Мне понравилась твоя игра. А вот тут с Хорнетом и первым. Опа, на, попал. Ага. А, да, а тут тоже попал. Ну нет. Ты что такой живучий, а? Не попал. Уже 4-й флаг доставил. Ну да, тут у нас игра из 10. Если я проиграю, то что сделаю? Лайк поставлю я. Нет, нет. Если я проиграю, то давай сделаем такой конкурс, такую маленькую спорку. Если я выиграю, то ты, скажем так, снимешь видео, как пиаришь мой канал. А если я проиграю, то я сниму видео, как я съем свои носки, окей? Не попал ты в меня! Ты чё, честно? Да! Аптека, да, я взял аптечку. Оп, алясь, и всё-таки я доставлю этот флаг, я не знаю. Ня! Да, доставил. 3-4. Ну да, когда я проиграю, то я сниму видео, как я съем свои носки. Такое я когда-то слышал. Спасибо. Ну, а если ты проиграешь, то ты снимешь пиар. Ну да, мои носки я не знаю, никогда не пробовал, не знаю, каково оно. Не, это перебор. Да, это вкусно, наверное, да? Ты попробовал съесть свои носки? Блин, а... Ай, да я тоже не попал. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Опа-ля, поля, поля, поля. Ай. Ну да, не повезло. Тузочки, ну да. Скажем так, прямо скажу. Давай обсудим мастера паркура, уже конкурс ну заканчивается. Да, конкурсы же закончили. Они сказали, что уже... Ой, не попал я. Они сказали, что получили очень много работ. И, ну, надеемся, что что-нибудь у нас и... У моих друзей, у бодигуарда там есть Greenlight TO. В общем, у них что-нибудь получится, они мои друзья. Ну, не знаю, каково будет, кто, то есть, будет победитель.
Опа-на. Блин, не увидел тебя. Не увидел. Ну да, уже 6-3. Да ты что, ты читер. Да чё нафиг я читер, я честно играю, все. Да ты у нас красавец. А, я тоже я не попал. Ну ты не знаю тут как сделать, чтобы было правильно. Оуч. Опалясь. Попался. Нет. Сделаю так, очки. Окай. Опа-па-па-па. Ой, да, попал, красавец. Почему это? Опа, банки. Ох! Ну да. Ты намного лучше играешь, чем я, наверное. Ну да, это уже ясно. Уже 7-3 будем считать таким счетом. Ну у тебя просто везет взять дроп. Попал я? Да, но с одного раза не вынес. Как это так? Я был на ДДшечке. А ты сначала стрельнул, а потом уже взял ДДшку. Да? Вот видишь, как я играю на хрэ. Ну да, неплохо на всяком случае. А. О, молодец. Вот. Это шанс. Это я с тобой на среднем играю, на профи ты... Ну да, будешь. Да. А ну-ка давай по профи, на профи давай. О, блин. Вот так и... Я вообще-то когда-то играл на профи, тогда... как сказать? Было счет 1-0. Нет. Помнишь, мы с тобой играли так, и 1-0 только максимум счет был? Нет. Ауч. Holy shit. Oh my god. Опади меня! Все-таки, ну да, не повезло тут очки. Ну что сказать, мои друзья. Да, кстати, в последнее время у меня подписчики начали очень хорошо подписаться. Вообще люди, которые подписываются часто. Да, хорошо начали подписаться. На меня никто. 2-3. Пока что у тебя никого. Опа, не дал меня реальность. Да, вот, Кай. Там вижу я Дашечку. Ах ты ж. А, Дашка, ну, да. Подумаешь, Дашка. Ну, подумаешь, Дашечку. Я таких много брал. Ну да, это ты. Опаляй. Вот это поворот. Опачки. Оч. Хуя. Эй, ДДш. Да нечестно. Иди ты нафиг. Нечестно. Убью. А ну-ка, возврать флаг. Такое нечестно. Ты врубал ДДшечку. Чит. Вот поэтому я говорю читер. А он говорит, я честный игрок, да я честный не стреляй. Убью. Я полегче буду с тобой, если ты так хочешь. Я убью тебя, никаких нарок. Ты только что сказал, что нельзя нарить, а он сам нарит. Ой, видите, какой тут у нас умный. Ну ладно, ты нари, я не буду. Нет, я не буду нарить, мне нары нужны. Я все еще должен собрать нары. А ну-ка, посмотри, доставил вот. Убью. Не понял, где ты есть? Убью. Ну-ка давай, возврать флаг. Да ну нечестно играешь ты. Все. Ты чит. Разрешаю тебе возвратить флаг и достань. Разрешаешь, да? Ну-ка. Опаня. Ах ты ж, блин. Ну да. Опля. Я тебя затащил. Ну да, если я заставлю этот пункт, то все-таки я должен сесть в свои носки. Читер. 5 секунд до конца битвы. Я тебя не успею уничтожить. Зато я тебя не успею. Ха! Есть. Иди ты нафиг. На этом у нас все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, на канал Эльвинодана. С вами был Эльвинодан и Смерть. Всем пока, до новых встреч.